Представители порядка 20 общественных организаций встретились, чтобы подвести итоги работы по проведению референдума. Напомним, что в регионе было открыто 243 участка референдума. На каждый из них были отобраны специально обученные наблюдатели из числа членов общественных организаций. По словам спикера, самой главной целью наблюдателей было проследить, чтобы голосование велось открыто и прозрачно. Всего по области за референдумом наблюдали около 230 представителей общественного фонда «Саламат Тыель». Отмечу, на данный момент в регионе работает около 120 активных общественных организаций. Наших наблюдателей, граждане очень активно участвовали. Я не знаю, итоги, конечно, голосования, кто как голосовал, за или против, но мы наблюдали сам процесс наблюдения, чтобы он был соблюден согласно закону о выборах. Чтобы он вовремя, участок был открыт, чтобы ничего не препятствовало гражданам голосованию, чтобы не было препятствий. 230 наблюдателей сидели по всем участкам нашей области. В этом году на референдум мы также по области начали как бы собирать своих наблюдателей. Дальше давали им памятки, чтобы они знали правила, задачи, миссию наблюдателей, чтобы выборы велись прозрачно.